Защитные маски и дистанции между прихожанами. Даже во время рождественской службы саровчане не забывали о мерах предосторожности. Коронавирус еще не отступил. Богослужение в храме в честь святых царственных страстотерпцев совершил протоиерей Сергий Скузаваткин. Традиционно храм украсили к великому празднику внутри и снаружи. Возле церкви устроили небольшой вертеп. Каждый, кто спешил на службу или выходил из церкви, обязательно задерживались возле инсталляции. Светлый праздник саровчане встречали с особенными чувствами и эмоциями. Самыми счастливыми. Такой праздник волшебный. Конечно, ничего, кроме как счастья и радости, мне кажется, нельзя в этот день испытывать. С чувствами радости. С такими чувствами, что больше в этом году, наверное, ковида не будет. И все будем праздновать рождение Христа весело, радостно и забыв об этом ковиде. Как раз я весь декабрь болела, и я теперь так счастлива, что я сюда пришла, что я здесь была на службе. Просто необыкновенная радость. Слава Богу, жива, слава Богу, здорова. У каждого в этот день свои традиции, но большинство встречают праздник в семейном кругу. Собираемся все вместе со своими родственниками, с детьми. Встречаемся с детьми, пироги печем и застолье такое по русскому обычаю. Ну, в этот день мы вот который год сюда приходим, примерно в это время, когда уже служба идет, слушаем, катаемся на горках, заходим вовнутрь. Ну, вот такие вот у нас традиции. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.